ребята, это босс! Вау, кто это такой? Кто это такой? Посмотрите, он из лавы, он горит в середине. Посмотрите, какой он огромный. Леонардо, он против Леонардо и против моей ниндзи. Так, давайте ударим его. Давай, наноси удар. Вау, вау, вау. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы поиграем в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ребятки, мы только что увидели сцену, как наших друзей Рафаэля, Донателло и Микеланджело забрала какая-то неизвестная сила. В какой-то портал они переместились, и теперь нам нужно их, наверное, искать. Так, ну что ж, первый бандит у нас здесь стоит, ребятки. Давайте, собственно, начнем с него. Так, а ну, получай. Вот так вот тебе. О, отличненько. Погнали дальше. О, здесь два уже. Ребятки, посмотрите. Здесь уже два чувачка. Так, отличненько. Давайте. Так, кого ж первого? Давайте первого, наверное, переключим. А можно переключать или нельзя? Так, а ну. Опа. О, теперь он стреляет. А, это по очереди, я так понял. Да, да. Так, все, теперь мне... А, все, все, вот выбирать. Все, теперь этого можно с первого удара. Оба! Все, ребятки, мы его вырубили. Ага, остался еще один раз. Давай, давай, Лео, ты можешь. Отличненько, ребятки. Супер, просто мы победили в этом сражении. Победа, 3 звезды мы получили. Так, что мы имеем дальше? Так, а дальше у нас здесь, ребята... Так, новый уровень. Отличненько, мы с вами уже отличные. Так, максимальный уровень вырос. Так, новый уровень. Колода карт. Мы все вот это забираем, все, что нам дается. Так, ребятки, хочу повториться, что игра у нас взломанная, потому что подписчики говорят, что нет смысла играть не взломанную, это будет долго и неинтересно. Так что у нас все взломанное. Мы сразу нанимаем себе бойца, чтобы нам не было скучно. И мы сразу можем увеличить его максимальный урон, который он будет наносить. Ну что ж, погнали, ребята. Это неизвестный ниндзя. Мы его наняли. И тут 3 каких-то чувачка, ребятки, стоят. Посмотрите. Так, а ну давайте против них используем вот такую штуку. Вау, супер удар пошел. Отлично, все, она 3 убила. Побежали дальше. Круто, круто, круто. Так, что тут у нас теперь? Теперь у нас какое-то чудовище, ребят, посмотрите. Так, давайте убьем сначала вот этого чувачка. А, здесь настройки, подождите. Моргает настройки, чтобы я нажал сюда. Ага, это смотреть, кто сильнее, кто слабее. Все, ребятки, мы этого уничтожили. Так, а ну иди этого ударь. А, видишь, ниндзя, ниндзя один удар. И... Ой-ой-ой-ой, что это такое-то? Вау-вау-вау, аккуратненько, аккуратненько. Все, теперь мы уничтожаем вот этого чувачка. Все, супер, отлично. И теперь... Наша девочка наносит удар. Надо ей купить суперудары, чтобы были. Давай, Леонардо, давай. Нет-нет, он все же еще живой. Ого, он даже бьется, ребята. Давай, девочка, убей его. Давай-давай, еще совсем немножко. Я думаю, сейчас Леонардо добьет его. Давай-давай. О, отлично, ребятки, супер. Так, нужно купить улучшение. Как девочке, так и Леонардо. Купить суперсилу или какое-то, наверное, восстановление здоровья, ребятки, чтобы было. Потому что нам же надо как-то дальше проходить эту игру. Так, давайте соберем все здесь, что мы растеряли с вами. Так, что у нас здесь, ребятки? Здесь мы развиваем Леонардо до 2 уровня.
Это что у нас? Теперь я смогу лечить нашу команду. Все, ребятки, я смогу теперь лечить нашу команду. А также я хочу развить, ребятки... А где развить девочку эту? Ну, пока что нельзя. Ладненько. В следующий раз мы с вами обязательно это сделаем, дорогие друзья. Ток, ну что за роботы? Что за роботы здесь стоят? Вау! Леонардо, а ну покажи, как ты умеешь драться. О, они стреляют по очереди в нас. Лео, держись. Атака, атака. А, он вылечил здоровье себе только что, этот робот. Так, давайте. О, давай суперудар в них. Вот так вот, отлично. Так, давай, Леонардо, наверное, иди лучше ударь его, потому что... А он опять вылечил свое здоровье. Вы видели, ребят? Как так-то может быть-то? Надо их уничтожать. Ай-яй-яй, у меня здоровье портится. А ну, пойди. О, отличненько. Один робот уже у нас готов. Ниндзя его убила. Так, ну что ж, ребятки. Я предлагаю нам вылечить немножко здоровья, а потом уже дальше пострелять все. Так, все, Леонардо лечит все здесь. Отличненько, все здоровье у нас восстановлено, ребята. Так что давайте, собственно, перейдем потихонечку к драке с нашими роботами. Давайте, подойдите, принимаем от них удар. И теперь наносим ответный. Отличненько, ребятки, остался совсем один робот. Я думаю, что мы его сейчас уничтожим с легкостью. И это не будет так сложно. Все, ребятки, побежали дальше. Погнали, 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 погнали. А что здесь у нас? Здесь у нас какой-то портал тоже, что ли? Ого, ребята, это босс! Вау, кто это такой? Кто это такой? Посмотрите, он из лавы, он горит в середине. Посмотрите, какой он огромный. Леонардо! Он против Леонардо и против моей ниндзи. Так, давайте ударим его. Давай, наноси удар. Вау, вау, вау. Я не понял, я не понял. Он, ребята, он сжег нас. Он сжег нас, наноси 3 удара. И мне показывает стрелочка на настройке. Давайте нажмем. И найдем, нажмем уйти, потому что... Лео, нам нужна помощь. Мы точно не справимся с этим сами. Ага, все, понял. Нам нужно в магазине, ребятки, кое-что купить. Для того, чтобы мы с вами могли, наверное, победить этого нехорошего босса. А новое здесь у нас, это... О, посмотрите, какой змей, ребята, это черепашка новая. Это новый ниндзя-черепашка. Ну вот это круто, все, новый уровень. Мы ему купили, улучшили. Все, теперь показывает нам стрелочка нажать сюда. И, собственно, можно нам пойти, ребятки, в бой. Ну что ж, ребят, давайте перейдем в бой. Возьмем этого бойца, и уже мы будем не сами, а уже с этим бойцом. Вот это круто. Вау, ребята, посмотрите. Так, ну что ж, теперь мы этих роботов сейчас быстро одолеем, я так думаю, и будем переходить, собственно. Так, Лео, Лео, подождите, давайте, дайте Лео пускай ударит, что же вы? Так, давайте, пускай девочка бросит по всех мечи, такие специальные ножи. Так, Леонардо, а ну пойди разберись с роботом. Ого, ребята, он сильный оказывается. Так, а ну... Вау, ребята, круто, вы видели, новый ниндзя сразу убил робота с первого удара. Так, что дальше, девочка? А ну иди разберись еще раз. О, отличненько, остался один. Остался один, и я теперь думаю, что я, Леонардо, с ним разберется. Да, ребятки, все роботы побеждены. И мы идем дальше. А что здесь у нас дальше, ребят? Мы сейчас, в принципе, и посмотрим. Так, вау, здесь у нас этот босс появляется. Босс, босс, босс всех боссов. Посмотрите, как он выходит. И здесь у нас, а у нас два ниндзя, один Леонардо. Рафаэль, Донателло и Микеланджело пропали куда-то. Мне надо сражаться за вселенную, ребята. Давайте будем драться. Так, ну что ж, погнали, ребята. Вот так вот пускай получает этот босс. Вау, ребята, он тоже бьет. Бьет недурно, бьет очень сильно. Посмотрите, попадает во все... Практически сказать мишени. Так, ну что ж, а ну, Леонардо, пойди суперударом, разберись с ним. Так, а ну еще раз, еще раз, еще раз. Так, 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 так. А, ребята, он нас чуть не сжег. Он нас чуть не сжег. Давайте еще раз. Вот так вот, получи, получи, получи. Вау, ребята, да что ж ты будешь делать, а? Так, давай, получи еще. Вот такой вот удар получи. Так, давай, и вот такой вот от меня суперудар. Вот так вот, отлично, я уже вижу, что у него начали тратиться жизни, ребята. Это уже означает, что мы скоро должны победить, я так думаю. Давай, получи. О, ребята, посмотрите, еще раз его ударить и все. Я так думаю, суперудар какой-то нужен для того, чтобы его победить. Так, 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 а ну, давай, покажи. О, отлично, ребята, отлично, мы свалили его на землю. Все, круто, черепашки-ниндзя, вперед, победа. Отличненько, дорогие друзья. Так, ну что ж,
Давайте перейдем, собственно, в меню. Так, и что нам тут этот ниндзя говорит? А говорит он нам следующее. Скажи мне, черепаха, почему бы мне не уничтожить тебя и твою подружку вместе с Крэнгами? Отличненько. Так, так, так. Ну что ж, новый уровень. Максимальный уровень вырос. Так, ребятки, ну что ж, мы берем себе... Так, у нас есть... Так, берем себе вот эти карточки, забираем. Так, следующее у нас что-то есть там. Так, собираем. Так, 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 так. Глава пройдена, ребятки. Отлично. Так, открываем. Здесь у нас тоже какие-то карточки, денежки. Все у нас здесь золото даже есть. Так, это просто замечательно. Открыт, ребята, сложный режим. И мы с вами открыли, ребятки, новую главу. Глава 2. И, собственно, давайте, наверное, посмотрим, что у нас там во второй главе. Так, в магазине. Так, ну что ж, ребятки, давайте вперед. Потом уже в магазин перейдем. Показывает нам нажимать на вторую главу, что мы с вами, в принципе, и будем делать. Так, здесь, ну, нам нужно немножко подождать. Нам говорят, что нужно скачать какие-то дополнительные данные. Давайте с вами секундочку подождем. Так, ребятки, ну что ж, данные скачались. Давайте продолжим и посмотрим, что у нас во второй главе здесь, собственно, есть. Так, загрузочка у нас идет так. А здесь у нас, ребята, эпизод первый. И возможная добыча. Ага, давайте в бой. И что нам скажут? Так, у нас есть... А, мы против 5 ниндз, ребята. У нас есть, как всегда, Леонардо. У нас есть девочка-ниндзя. И у нас есть другая черепашка-ниндзя. Так что давайте, собственно, пойдем в бой. Это же Декстер Стокбой. А что он делает с кланом Фуд? Говорит Леонардо, ребятки. Ну что ж, давайте посмотрим, что он там делает. Так, мы вот по крыше, по крыше, по крыше, сальто, погнали, 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 опа, а вот и как раз три ниндзя. Так, кто первый? Она, подружка, стреляет, поехали, вот так вот, отлично. Так, следующий, ого, ниндзя подходит и бьет, ребята, ого, вот это они дают, вау, 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 ты что, Микеланджело, давай, давай, ой, Лео, Леонардо, то есть Микеланджело, говорю. Так, это что такое, давайте сразу вот так вот, вот, отлично, остался один ниндзя, ребята. Так, остался один ниндзя, и он наносит удар. И мы сейчас ему покажем, где раки зимуют. Вот так вот, отлично, Леонардо, молодец. Сальто наверх, погнали. Кто здесь, что это такое, ребят? Посмотрите, что это за двуногие прикольные какие-то роботы, что ли, или что это такое? На, получи еще раз. Так, осталось у нас их совсем немножко. А, он каким-то звуком, ребята. Да, это робот, который поглощает нас звуком своим. Ого, вы видели, ниндзя заморозил меня. Заморозил мою девчонку, ребята. Ниндзя заморозил девчонку, вы видели? Все отлично, остался один ниндзя. И его надо нам как-то уничтожить, дорогие друзья. Так, 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 так. Давай, вот так вот удар. И давай, Леонардо, давай, 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 давай. Отличненько, просто супер. Просто супер, погнали. Ого, какой робот, ребята, посмотрите, какой здесь робот с ниндзями стоит вместе. Получайте. Вот так вот, отлично. Так, ну давай, Громила, теперь ты. Вот так вот, отлично, остался один ниндзя и один робот, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 а ну пойди, Леонардо, разберись с ним. Вот так вот, все, ниндзя нету, ребятки, остался вот этот робот, который нам мешает. Его надо как-то уничтожить. Ого, ребята, я так понял, что он очень силен. Мою ниндзю, ребятки, убили, вы видели? У меня нету уже больше ниндзя, ребят. Давайте суперудар, вот так вот. О, да, ребята, отличненько, и мы победили в этом уровне. Это просто замечательно, дорогие друзья. Просто круто. Так, ну что ж, погнали, ребятки. Погнали. Так, ну что же у нас здесь дальше? Так, а дальше у нас, ребятки, собираем все, что вот это нам нужно. Так, магазин давайте. Так, и здесь у нас тайная колода. Давайте откроем тайную колоду. Соберем здесь все. И давайте, наверное... О, это новый боец, наверное, которого мы можем взять, ребята. Да, мы можем нанять его. Ребята, посмотрите, какого мы чувака наняли. Круто, давайте новый уровень ему дадим. Вау, ребята, да-да-да. Вот это да, ребятки. Вот это круто, посмотрите. Кирби-мышь. Все, мы его забрали, короче, себе эту Кирби-мышь. Все, теперь мы вот это делаем. И так-так-так. Да. Так, все, теперь у нас Кирби-мышь, ребятки, есть. В магазине у нас еще что-то есть бесплатно, ребята. Мы еще не открывали второй ящик. А здесь опять, ребятки, наши
подарки какие-то. Вау, 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 круто, круто, круто. Здесь куча всего, ребята, но... Так, ну что ж, я предлагаю, ребята, я предлагаю нам вступить... Так, задание, где наши? Так, давайте открытие колоду забрать. Забрать, все, давайте, все. О, уровень 4, ребята, новый уровень у нас. Так, максимальный уровень у нас вырос. О, мы опять открываем колоду. Вот это круто. Нам, посмотрите, сколько нам всего дают. Вот это круто, ребят. Так, здесь у нас что такое? Так. Это пока закрыт. Это пока закрыт, 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 закрыт. Так, ну что ж, дорогие друзья. А где нам в бой? Вот это бой. Так, вот это нам бой. Так, вот это новая глава, что ли? Так, а где мои бойцы, ребята? Где мои бойцы? Как их... Как нанять бойцов? Список, новости, магазин, бой. А как на... Я нанял кибермышь или нет? Нет, ребятки, я кибермышь не нанял. Мне надо ее нанять. Я хочу уйти. А что же я не могу уйти-то даже? Подождите, ребята. Я хочу нанять кибермышь, которая... А мне даже, я не могу даже уйти из боя, ребята. Да, надо до конца доиграть бой. Так, ну что ж, давайте убьем его. Вот так вот. Ого, он уже силен, ребята. Уже силен. Это на улице мы встретились с таким чувачком, который довольно-таки сильный. Давайте его так вот порубим. Все, отлично, ребята, мы его убили. Посмотрите, это китайский квартал, а там еще они. Посмотрите, сколько их здесь. Ага, вы вот такие злые, да, тогда получаете. Все, отлично, один готов. Так, ну сейчас будем второго, собственно, мочить, ребята. Давайте. Пускай бьет. А его удары просто смешные по сравнению с моими. Посмотрите, ребята, как я его уничтожу. Отличненько, дорогие друзья. Все, погнали дальше. Погнали, погнали, погнали. А кто у нас здесь? А здесь у нас, ребята, какое-то чудовище. Непонятное. Я даже и не понял, что это такое-то. Так, так. Ох, он делает суперудар. Какой-то плевок у него. Суперский плевок. Ну ничего, мы тоже... Умеем суперудары делать. Получай. И еще раз получи. И еще раз. Бабах. Ой-ой-ой-ой, он сальто крутит. Вы видели? О, Леонардо погиб, ребята. Ну ничего, все остальные бойцы выжили. Так, отличненько, ребята. И опять победа. И мы с легкостью прошли с вами этот уровень, дорогие друзья. Так, ну что ж мы здесь открыли. Что ж мы так, результат наших достижений, ребята, это просто отличненько. Так, собираем все, что нам нужно. Так, и у нас новый боец, мы можем нанять нового бойца, ребята. Так, все, ребята, мы его уничтожили, и я так понял, мы его наняли. Но и в следующем уровне мы теперь выберем и его, и Кирби. Ребята, мышь, которую мы наймем. Так, ребятки, ну что ж, дорогие друзья, этот эпизод подходит к концу. А я хочу вам сказать, чтобы вы обязательно подписались на мой канал, поставили пальчик вверх и оставили какой-нибудь комментарий, дорогие друзья. Мне будет очень приятно. Также, друзья, не забываем смотреть все мои другие видеоролики, которые супер-супер прекрасные. Комментируем, подписываемся, ставим пальчики вверх, дорогие друзья. А вы были, как всегда, на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра. Пока-пока!